О, Twitch FM вышел. О, все. А отсутствие намека на то, какие отношения между считающими о славе. Ничего, я не завидую пьет. Ему, он не завидует. Ху, бля, еба. Как... как целовались, как целоваться учились. Го челлендж, короче. Это что сейчас было, у меня вопрос? Это что было? Без мата. Что-то не догнала, ну ладно. Нахуя я эту игру... Типичная. Я выключаю двигатели. Ты редко ходить на пары, я на заочке. Да блин, я не на сессии катаюсь в Исландии, блин. Вот я не знаю, как вам сказать. Смотрите, у меня экзамены были в январе. В январе я очень сильно болела и не могла ходить. Потом я пришла на пересдачи. И несколько пересдач я сдала. На другие я тоже не ходила, потому что у меня были проблемы. У меня был этот, я забыла. Я, короче, посидела на холодном и простудилась очень сильно, и почки себе простудила, и все. И недавно я заболела как раз-таки вот этим вот гриппом, не знаю чем, я до сих пор кашляю с мокротой. Свози своих собачек в Корею. Им там понравится, и лая не будет. Устрой себе Недавно я как раз-таки заболела этим... Да, тогда был цистит, потом я заболела вот этим вот, не знаю... Не грипп, бронхит или воспаление легких, подозрение на туберкулез, благо все нормально, я практически вылечилась, но дело в том, что я до сих пор продолжаю кашлять с мокротой, хоть и редко я кашляю, ну пару раз в день, но все равно продолжаю кашлять, поэтому не знаю, может быть это уже в хронический перешел, поэтому я тупо не смогла приехать на пересдачи, и поэтому сейчас мне нужно, да, записаться на все эти пересдачи, плюс сейчас начнется сессия, но то, что сессия сейчас начнется, это я сдам. А вот то, что у меня на пересдаче экзамен с вот этой математикой, я не смогу ее, там очень жестко, я не смогу, и списать там везде заглушки ничего не получится. То есть там даже на экзамен нужно приносить вот эти всякие решения, дабы ты по ним там тоже сверял, то есть там настолько жестко, что тебе даже можно принести свою литературу. Попал! Я попал! Ладно. Я короче, попал! Oh, yeah! Oh! Но ему похер. Покажи сиси, покажи писю. Как в таких моментах нужно отвечать, я забыла. Знаешь, малышка, это было незабываемо. А ведь я даже не знаю. Заплатить нельзя. Нельзя заплатить у нас. У нас в универе нельзя платить. Нельзя. Вот нельзя и все. Вот дерьмовый универ. Нельзя. Если бы можно было бы. Ну нельзя, нельзя платить. Зови меня. Сори. Володя. Ну ладно. Очень странно ушел с третьей проверкой. Шлипа было сложно, достаточно сложно. Одна шлипская проверка сюда, и было попроще, я бы мог сложить. Я тут только уже трахнул. Да, это жестко. Видели, нахуй это? У меня в жизни никогда так не получилось. Екатерина, загадайте число от 1 до 100. 24. Я выиграл. Получается, что мои стримы смешные. Нет, я бы не дала хис. Да, мы в 480 смотрим. Да, бывает. Ну, я вообще не замечаю. Прости! Ясус! Влад Тайсон, спасибо за фоллоу. Вообще-то я ни разу, после того момента со змеей, я на этой песне ни разу еще не падал, понятно? Сейчас упадешь. Мне в такие игры нельзя играть. Нет, у нас нельзя платить. И значит, не то, смотри. Что я не знаю. Что, смотрим. Ну-ка, брат, открой-ка донаты. Донатик еще. Дерзай, брат. Дерзай, брат. Я вижу. Я вижу. Ты посмотрел, сколько я тебе сдонатил? Я не могу. Ну, донаты вот у меня есть, да, я вижу. Сколько?
Блин, это лучшие моменты, тупо. Не знаю, так... это так приятно смотреть даже. Я хочу продолжение, Кирилл, хочу до конца. Кирилл, тут так прохладно стало. Я абсолютно согласен. Это приятные моменты. Так, потеплее? Да. Это нормально вообще? Там, подожди, может там что-нибудь интересное происходит? Хорошая качалка. Такое? Что? А все отлагало. Что это, полотенце такое? Это полотенце такое. Убирай. Мама, лаквучие полотенце. Мам, посмотрите, посмотри, пожалуйста, смотри, видишь? Я видела. Слушай, испортится, не делай. Убирай. Нормально. Все, пошла, пить больше не буду. А вопрос, а как дошло до того, что она начала так полотенце показывать в камеру? Жесть, а чё она так лагает? Блядь, залупа, ты конская, нахуй. Брат, а ты можешь попадать по мне? Давай там, блядь. Чё-то кайф захотелось. Мастер, маскировки нет! Ебать, там тип попасть не может! Нормально. Блядь, куда они летят? Это жестко. Они вообще попасть не могут, блядь. Что он какой-то очень жесткий. Она... Бэми, да, это чит. Она выглядит как... немножко как эта проститутка. Не, она выглядит как это, как ее. Аниме, короче, как есть. Аниме, проститутка. А да, блин, да. А... Есть аниме-игра, как Devil May Cry, только про девку. Я не помню, как она называется. Нет, как нет, нет, называется? Она выглядит проститутка. Типичный Fortnite. То чувство, когда ты достаешь очень длинный волос из своей задницы. Сначала это немного мерзко, но потом ты чувствуешь приятную дрожь. Извинено. Похоже, иногда наши волосы оказываются и в заднице. А у меня они еще кудрявенькие. У всех наших парней. И я пока не поняла, нам за это извиняться или говорить на здоровье. Блядь, за столько людей. Сережа, поехали. Отправляемся в рот. Какого хуя? What the fuck? Что произошло? Да ёб твою мать, блядь! Остановите, не видишь хуёво, блядь! Остановить машину, блядь! Это пиздец. Это пиздец. Ладно, вези как есть. Копенбол торчер, блядь. Вези как есть, блядь. Чтобы вы понимали, блядь, в Харькове... Разница есть! Сумма одна и та же, сутки, блядь, вот, нормально, заебись, в натуре четко, в натуре классно, и вот, блядь, да, одинаково, заебца, тупо охуенно, нормально, блядь, ебать, я ору нахуй. Это я, когда сравниваю квартиру в Москве за такую цену и, да, в каком-нибудь Харькове. В общем, хотела сказать вам спасибо за ваше творчество. Мой уже муж, собственно, мистер Слейв, мы вчера с ним поженились. Он познакомил меня с вашим творчеством года два назад. И ну что же, вы... мои поздравления, крыться вам. Спасибо. Долгих лет семейной жизни, да? Спасибо большое. Мам, подождите, можно душу вылью? Мам, я оставила себя на столе шоколадки Мерси. А потом полностью они были забиты, только две я съела. Я прихожу домой, там фантики валяются. Это нормально? Ты их съела во сне. Мам, ты можешь сказать, что я лунатик? Да, ты лунатик, ты ночью встаешь и ешь все, что попадает. Мам, неправда. Мам, ты меня сейчас съебешь, да, чтобы мне было некомфортно. Ты всю ночь жуешь. Они... Мам, я не жую. Мам, не про. Она встает всю ночь и жует. Хрумкает все подряд. Мам. И пьет воду, а потом хрумкает. Мам, это неправда. Я слышу, сейчас в комнате как-то хрумкает. Полили. 1-1. 1-1, мам. Хорошо. Да ну и это. Ребят, серьезно.
жопу высунул из твича и пошел в клуб трахать баб. Хватит быть девственником, серьезно. Пошел. Одевайся, пошел. Зови своих другов, пиздюков. Иди. Только, все, пожалуйста, идете? Не надевайся, как на дискотеку школьную. Просто. Футболочка оверсайз, штанишки, кроссовочки массивные. Так? 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 Здравствуйте. И пошел. Ребята.